Здорово, ребят, на связи Шамшурин. И что-то вот, в общем, мне ВКонтакте все время парни пишут, что Вован, где найти твои книги, где скачать твою книгу там и так далее. И такой прикол, что у нас на сайте вот иногда слетает вот ссылка почему-то по каким-то непонятным техническим причинам, да. То есть происходит следующее, парни хотят скачать книжку и не могут. В общем, ребят, для тех, кто знает или для тех, кто не знает, давайте сначала. У меня есть книга, она довольно-таки прикольная, ну, как я считаю. Единственное, что она такая вот, как бы, она написана там 3 года назад, если я не ошибаюсь, я написал там 204 страницы. Она в электронном формате, в электронном варианте. Ее можно просто взять и скачать с Яндекс.Диска по ссылке. Вот. И я что-то на нее забил, про нее позабыл и так далее. Она валяется вот у меня там на Яндекс.Диске. А книга хорошая, она может вам много чего дать. Там есть также истории соблазнения, там есть какие-то обучающие моменты и так далее. Вот. А я что-то забыл и забил, потому что я считаю, что сейчас я повзрослел, и мне хочется вот дать вам более какую-то качественную информацию. Вот. В связи с этим хочу сказать, что в конце января у меня по плану дописать ту книгу, которую я сейчас пишу. Вот сейчас я пишу очень крутую книгу, которая будет издана уже в печатном, бумажном варианте. Она будет очень крутая. То есть я там расскажу все о своей жизни. Многие спрашивают, там, как ты начинал, как ты пришел в пикап, как у тебя там то-то, то-то было. То есть я там расскажу все. Это будет такая полуавтобиографическая, полуобучающая книга, которая даст вам все. Но сейчас есть та книга, которая есть, ребят. И, соответственно, вы можете ее скачать совершенно бесплатно, абсолютно бесплатно, причем очень легко, и читать у себя там на компьютере, на телефоне. Можете распечатать, как я вообще скачиваю книжки с интернета. Вот. Для того, чтобы скачать книгу, которая называется «Тренинг по соблазнению. Раскрываем все секреты, которые есть сейчас», тебе нужно просто посмотреть под это видео, и ты увидишь там ссылку. Ссылка на Яндекс.Диск. Ты просто заходишь по этой ссылке, нажимаешь «Скачать» и скачиваешь себе на компьютер. Ребят, берите, пожалуйста, если это вам как-то поможет, если это как-то продвинет вас по жизни или в соблазнении, я буду очень счастлив. Вот. А про следующую книжку, которую...